Высшая школа в помощь импортозамещению. Уже несколько лет Чувашский госуниверситет совместно с предприятиями республики занимается проектами в области импортозамещающей продукции. Свои научно-технические разработки ЧГУ представил на выставке «Регионы сотрудничества без границ», которая проходила под девизом технологического суверенитета. Речь о трех проектах, которые воплотились в качестве конкретных инновационных изделий. Эта штука разбухает, занимает пространство. Уплотнительные элементы их называют пакерами. Это герметизирующее устройство для нефтяных и газовых скважин. Их делают из специальной резины, состав которой разработали в ВУЗе. Ученые путем многочисленных экспериментов заставили разбухать материал не только в нефти, но и в воде. Наши разработчики под руководством Николая Ивановича Кольцова, профессора, доктора химических наук, добились 200% расширение этой резины, и она очень плотно закрывает пространство между трубой, которая подается, где подается ископаемая, добываемая сырая нефть, и самой скважиной, диаметром самой скважины. Сейчас сырье для уплотнителей в промышленных масштабах производится на заводе имени Чапаева. Наши пакеры в полтора раза прочнее, более устойчивы к повышенной температуре и давлению и намного дешевле импортных аналогов. В реализации следующего проекта ЧГУ задействованы производственные мощности ЧАЗ. Здесь наладили выпуск еще одной импортозамещающей позиции – автоматических выключателей на токе до 1000 ампер для наукоемких отраслей промышленности. Их используют в системах береговой инфраструктуры, энергообъектах морской и наземной техники, для работы в районах Мирового океана, Арктики и Антарктики. Ну, не слезает. Ага. То есть покрытие такое, что позволяет работать солнечной энергетикой. Очень огромные. Третий проект появился по запросу компании «Хевел». В изготовлении солнечных батарей используется особая проволока с покрытием из олова, которую в России не производили. Уникальную технологию разработали ученые ЧГУ совместно со специалистами завода «Чувашкабель», на основании которой создали образцы нового поколения проволоки. То есть мы замкнули этот цикл импортозамещения для себя же, в Чувашии сделали для своего передового предприятия передовые такие комплектующие. Сейчас в партнерстве с предприятием «Сеспель» в ВУЗе работают над созданием семейства новых фронтальных погрузчиков, которые сегодня очень востребованы на рынке дорожно-строительных машин. Лидия Галактионова, Алена Артемкина, Михаил Солин, Вести Чувашия.